С 13 по 18 апреля в городе Нальчик проходило первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. На участие было заявлено 408 спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации. Одинцовская спортсменка Ксения Здор сумела завоевать золото соревнований. Ксения принимает поздравления и продолжает тренировки на пути к новым победам.